Ежегодно в третье воскресенье марта россияне отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Накануне праздника заслуженных представителей отрасли поздравили в администрации муниципального образования «Северский район». Им вручили благодарности главы района и почетные грамоты администрации муниципалитета. А творческие коллективы Северского дома культуры подарили участникам мероприятия праздничное настроение. Эти люди работают в разных отраслях, каждая из которых имеет свои проблемы и свои успехи. Трудно переоценить социальную значимость их работы. Она требует ответственности, самоотдачи, терпения, способности находить общий язык с самыми разными людьми.